Детский эстрадный ансамбль «Льдинка» с песней «Улыбка». Кстати, песня непростая, да, Татьяна? Да, между прочим, мы специально открыли нашу церемонию этой песней, потому что на самом деле эта песня — международный проект. Ребята готовили эту песню и выступали для вьетнамского телевидения. И в этой стране песня очень полюбилась, и ее стали даже напевать активно после того, как ребята ее представили. Ну и еще для того, чтобы вот немножко улыбнулись, и наше настроение сегодняшнее было такое, несмотря на серьезность презентаций, которые мы с вами будем слушать, улыбчивым таким настроением, доброжелательным.